Всем хай, друзья! Вы на канале WinGamerPlay, и мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Друзья, в прошлом ролике мы остановились на миссии зачистка района, где наркодилеров надо было шмотануть их, короче, там, всеми способами, которые у нас есть. Вот, короче, дальше мы начинаем проходить, и давайте для начала... Так... 50. Так, хорошо. Так, давайте рассмотрим дом для начала. Так, что у нас есть? Ничего взять нельзя. Тут сохранялка у нас, холодильник, дверь. Дверь. Ага, нельзя зайти. Ну, поняли. Так, здесь тоже дверь нельзя. Здесь у нас что это? Enter, использовать видеоигру. У нас CJ может в игру поиграть. Понимаете, даже так он может в игру поиграть. А ну давай. Ничего это. Так, Фзей Крамлет from Уран. Уранус. Так. Опача, что это такое? Ну, а, понял, пробел, чтоб. А, стрелять, все, понял. Уровень один, давай. Ой-ой-ой. Вот это номер. Вот это у нас CJ может тоже... Игра в игре, понимаете? Играть в игре, это прям как Doom я проходил, и там тоже играть надо было. А ну давайте хоть до второго левела дойдем, что ли. Жизни 3 у нас. Ладно. Вот такая игра, походу, у нас. Только одна. Рекорды. Нифига себе. Короче, все, выходим отсюда. У нас CJ идет на второй этаж, и мы должны посмотреть, что там у нас. Здесь дверь не открывается. Так, сейчас сюда зайдем. Так, тут у нас, смотрите, опача, это у нас, короче, баллончик. А вот это у нас камера. Нажми Tab, чтобы взять это оружие. Новое оружие заменит тебе имеющее у тебя оружие того же типа. Ну, давай. О, это ж фотограф. Короче, нажимайте правую кнопку мыши, он, короче, так зум. И левой кнопкой мыши можно вот это сфотать. Вот и все. Теперь у нас код сфотан. И его можно найти на компе в папке сфотанное. На всякий случай возьмем. Так, давайте зайдем сюда. Гардероб у нас здесь. О, гардероб, нифига себе, крутой. Зеркало есть. Так. Акустика есть. Еще да, у нас. Это у нас гардероб, да? Что у нас здесь есть? Так, для выбора магазина используйте вверх и вниз, пробел выбрать, Enter выйти. Магазин Бинка. Тело. Белая майка. Ага, я понял. Синие джинсы. Ну, короче, у нас нифига нету, наверное. Да. Ну, как и должно быть. Не, хай вот это будет. Все, выходим. Ничего у него, кроме белой майки, джинсов и вот этих кроссов. Или что там у него нет. Ладно. Пошлите тогда миссии делать. Проходить, то есть, хотел сказать. Так. Опача. Так, какие у нас тут миссии? S. Это что у нас? Сюда, да? Эй, фахом ва. Че тут материтесь? У меня есть дробаш. Дробаш у меня есть. Ничего такого. Ничего такого. Ладно. Зато у меня есть камера. Я вас фотал, блин. Так, давайте сюда идем. Автокафе. Райдер, ты чего это? Уважение, красавчик, как и деньги надо заработать. Что ты хочешь сказать? Ты меня не уважаешь? Что я хочу сказать? Брателю, говори, что там. Жрать охота. Ёлки-палки, блин, это... Что за дела? На одном хлебе не прожить, знаю, пробовал. Худой ты какой-то, Карл. Да ты ж голодный, небось. Слышь, бараны, вы что-то будете есть? Такого опять нет уже, блин. Курицу не обсуждается. Слышь, не хочу я курицу. Чего вы хотите? Да, Карл, давай за руль, паровоз походу сейчас, садись в машину. Так, куда мы едем? В закусочную? Так, радио, поедь.
на выдачу забегаловки куриный колокол. Ага, у нас показано, куда ехать. Так, мне это радио не нравится, мне Лос-Сантос нравится. Да идите нафиг, алло. Чё, вы офигели, что ли? Что-то стреляют они так. Сейчас мы жрать будем, да? Так, сюда едем. Вы опять ограблять будете или нормально жрать? Что будете заказывать? Карл, что ты будешь, чтобы не обессилить, надо жрать. Мне 9 номер, жердячик. Мне 9, как ему. Мне номер 6 и соус. Мне 2 девятки, 1 большую девятку. 1 6 номер соуса, номер 7. 2 45, 1 с сыром и большой напиток. Нихуя ты жирняй. Извини, братишка, ты же понимаешь, мне надо выяснить про маму. Да, я знаю, Сиджи, просто старайся об этом не думать, вот и все. Я даже не знал, что ее подстрелили. Ага, вот-вот, теперь будем жрать. О, граффити вижу. Граффити. Эй, у нас же такие терки, вот с этими дятлами. Не выношу холодную жратву. Я, в отличие от тебя, из мусорки ни разу в жизни не жрал. Ой, блин, не нравятся ему мусорные баки. Передай-ка Хван. Эй, смотри, вон нас из... Нас... Блин, райдеры за тебя двигаются к нашему району. Балосы. Ложись! Догони машину боевиков, пока они ещё... Так, стреляй. Дави на газ! Паровоз! Давай, давай, тарани! Давай, тарани её! Да тараньте ее, алло. О, сдохните. Сука, наша ма... Блядь. Первый проигрыш. Если твое здоровье снизится до нуля, ты потеряешь сознание, попадешь на лечение в местный медицинский центр. Чтобы здоровье быстрее вернулось в норму, можно поесть или воспользоваться найденным здоровьем. Для сохранения здоровья можно также носить бронежилет. Прежде чем выписать из больницы, медперсонал берет у тебя оружие, предъявит счет за медицинское обслуживание. Да, этого прям вот надо мне было. Так, ладно, значит, новую игру, загрузить игру. Сейчас мы ее загрузим и снова попробуем. Блин, я ж не успел, я думал, что все обойдется. Так, едем, друзья, едем. Какое вот, Лос-Сантос, ой, блин. Куда я поехал? Ну куда я поехал? То идите нахрен, вот убей его. Так, ну давай, у нас уже день, да, тут? Члены банды в случае опасности начнут стрелять, если ты достаточно близко к цели. Вот так защемить вас, твари. Стреляй в них, алло. Сука, куда заехал? За ними. Тарани, алло. Мадафака, давай. Так, стреляй, я сейчас протараню. О, все.
out once we're done. Now keep your eyes you on the baller car. Сейчас я оружие заберу у них. УЗИшку забрать надо. О, это походу пистолет-пулемет на УЗИшке как раз. Возвращайся к дому Лос-Сантос. Красавчик. Все, миссия комплит. Кар, давай обратно на Гроув-стрит. Давай. Вот, пожрал, все нормально. Вот жирная сосисочка. А плюс в Гроусе чего, паровоз? А ты только сделал, что всю мою жрачку сточил. Ну да, она же остывала. Зайдете хлопнуть? Не, детка, мне надо двигать домой. Сиджей, подбросишь? Ладно, паровоз, двинули, всем пока. Так, это что, у нас еще и вот тот толстяк где-то живет в другом месте? Отвези паровоз к его дому. Паровоза. Слышь, тебя жратва у всех полный напряг. Блин, он только о жратве и думает, дебил. Вот такой дрифт. За ворот сюда. О, спасибо, Карл, мне очень тебя не хватало, дорогой. Ты чё, офигел, ты извращенец? Вот бы красавчик тоже так. Диджей, он что-то там может пережить смерть матери, чувак. Держи, покури чутка паровозового курева. Расслабься, братан. Паровоза. Миссия выполнена, авторитет плюс $200 дали. Ох, сколько тут всего. Так, радио Лос-Сантос, давайте сохранимся. А типа что, стрелять, мам? Ой, тихо, там копы были. Ё-моё, смотрите, если на Q и на E нажимать, то стрелять можно. Так, фиг отсюда. А в смысле, ты кто? Фили, ты сюда приехал? Чё, охерел? Офигел, блин. Так, чё тут звонят нам? Да, привет, Сиджей, красавчик. И в чем дело? Если ты будешь уважать свое тело, никто не будет уважать тебя. Ты слишком худой, Сиджей, тебе надо нарастить мышцу. Я если бы хотел, чтобы мне накапали на мозге, я купил бы себе механическую, просто присматривая за тобой. Ведь главное, это фасад и авторитет, думаю, да. Хожу в спортзал на паре кварталов Гроув-стрит. Иди сам проверь и подкачайся немного, а то... Пураски, да, до скорого, братан. Если вы хотите повысить выносливость, нарастить мускулы и выучить новые приемы, загляните. Направляйся на иконки гантели, показанные на радаре, по сети спортзал. Спортзал? Нифига себе. Нофиг. В бошку тебе бам-бам-бам, и ты сдох. Так, мне сохраниться надо, и давайте пойдем в этот, в спортзал. Так, сюда давайте. Окей, окей, все. Гантон. Так, не, машину эту я не буду брать. Это лучше пешком пробегусь, наверное. Капец, какие тут красавицы. О. Че это было? Вертолет полицейский, нифига. Так, давай, Игрик. Там уж написано, что если Игрик нажимаешь, то да. Алло, я хочу с тобой проебаться. А ты кто, мачо, блядь? Пидорас. А ну, карта что-то есть. О, карта. Смотрите. Так, воу. Ну, карта в GTA San Andreas, конечно, здоровая. Ничего не скажешь. Вот, и пустыня тут, и Сан-Фьера, у нас Лос-Сантос, да? Я так заметил, так, сюда давай. У нас тут
Так, это у нас пиццерия, покраска, парикмахерская и вот гантели как раз. Давайте идти тогда туда. То есть бежать. Да пробежимся, как раз выносливость будет. По асфальту нафиг. Ты чё, сдох уже? Ты чё вздыхаешь так? Пробежал пару метров. Ну ты, чувак, устаешь. Ты, блядь, ширинку застегнул, дебила. Так, вот это, да, у нас вход, я вижу. Качалка в Гантоне. Бля, то ты в нее зашел уже, алло. Так, и что мне делать тут можно? Нажми Enter, чтобы использовать этот тренажер. Давай. Вау, уровень 10, блядь. Клавишу вверх, вниз для выбора уровня, выбрать назад. Давайте сперва первый, что ли. Пробел. Так, давай. Нажимайте пробел. Чтобы побежать, резко нажмите пробел. Находясь на бегущей дорожке, для скорости изменения нажмите U или N. Следите, чтобы полоска энергии не кончалась совсем, иначе свалится с беговой дорожки. И что мне делать? А, вот так. Да не, давай еще, Игорь. Да ты даже на уровне 2, смотри, нормально так идешь. Короче, каждый раз надо нажимать этот пробелчик. Блять, я помню, когда нажимал тогда, это пиздец был. Ой-ой-ой. Это, блядь, у меня руки тогда болели, я так накачивался. Уровень 4, блядь, жир минус. Пошло дело у нас. Вообще джен. Жир минус. Давай еще жир минус. Выносливость плюс. Уровень 5 идет, дистанция 500-600 метров уже. Это мощный на уровне 5 уже. Жир минус. Если бы так реально в жизни все быстро было. Давай уровень повысим. Во-во-во, бежишь, молодец, уровень 6. Жир минус. Круто, давай еще. Ой, бля. Эн. Блядь, сука. На клавишу нажимать. На уровне 7, давай. Жир минус, давай! Привет! Сейчас ты свалишься! Все, вались. Молодец. Все, с тебя достаточно. Так, подожди, что у нас следующее? Вау, вау. Нажми Enter. Не, давайте подкачаемся. Что тут лучше? Так, мне кажется, для начала вот этому... Какой килограмм? Давай 23. Тоже нажимать, да? Нет, ты не можешь 23, ты чё? Алло. Ты чё, реально? Блядь, ты лагаешь. Да ладно, 23 не смог. Пиздюк ебаный, алло. Да ладно, а сколько тебе надо? 13 сможешь хоть? 13 не сможешь? Да ладно. Ты чё? Ты чё, 13 не сможешь? Алло, я даже смогу 13. Блять. Смысл? И 13 он не сможет, пиздец.
Че, то есть 9? Ты чё? Алло, ты что, на вот это пойдешь? Да тут же еще хуже, алло, чувак. А-а-а, надо это, как его? Вместе с мышкой нажимать, чё, блядь? Мускулатура улучшена, ты в хорошей форме. Не переставай тренироваться и будешь наносить большой урон противнику в рукопашной. Хорошо. Круто, 20 повторов. На сегодня достаточно, приходи завтра. Окей. Неплохо, да? Во, разминался. А это что у нас тут? Йо, хочешь выучить новое движение? Yes. Чувак, ты просто сопляк, поскачайся сначала мускулатуру. Так ты тоже сопляк, смотри на меня. Знаешь, что я с тобой сейчас сделал бы? Ладно, похер, что я с ним сделал бы. Так, короче, идем на миссию. Так, стоп-п. Угон автомобиля по правам. По правам обязанности моим. Идите нахрен все сзади. Во, я на таран пойду. Это GTA, тут можно все делать. Тут даже можно шлюху так убивать. Я ее что, угрохну? А хули у нее денег нет? В смысле, что, у тебя лопата? А ну, лопату, да. Погони сюда лопату. Ща я развернусь, сука, и лопату у тебя отберу, нахуй. Ты охуел? Су, он на мирных жителей пошел. Ща ты мне ответишь за это. Ах ты тварь. Чтоб ты сгорел в аду. Тебя сейчас, сука, догоню. Куда поехал, сыры? Я тебе, блядь, будет худо. От Сиджия. А, ладно, едь. Потом с тобой разберусь. Сука, чуть не копа, блин, не завалил. Блять, надо за ворота делать. Учиться, а то забыл я уже, как делать. О, вывалился, блядь. Беги, чувак, беги. Шмотки и автоматы Калашникова. О, автоматы уже были. Дай-ка мне 15, лошара, сейчас запишу. Ты чего завелся, тащак? Тебя никто не... Давай-ка сначала. Как жизнь? Чё делаете? Корове, понятно, я... Все задолбало в эту хрень играть. Что у нас со стволами? Было кое-что раньше, но сейчас ни хрена не осталось. И что будем делать, если нас найдут? Бота. Что Эммет? Эммет, реальные пацаны ходят с маками, Калашникова там и прочим крутенько. Эммет шиш с маслом. Раз у нас нет, будем довольствоваться тем, что есть. Эммет 7 из бульвара. У нас с ними теперь натянутся, но я теперь отведу к нему. Давай, поехали. Да. Справляйся с паровозом в дом Эммета. Эммета? О, бомж, сука. Так, где этот Эммет живет у нас? Где Эммет? Воу, тих, сбил я. О, велик. Так, может, на велике пройдемся. Так, где-то в этом проулке он живет, да, у нас? А, вот здесь он. Во. Здесь у нас чувачок живет. Вот наш парень, пошли. О, кто у меня стрелял? Вам чего, детишки? Папаша, спокойно, остынь.
Ты же сын Беррелли Джонсон? Верно. Брайан, ты разве не умер? Нет, Эммет, я Карл. Жаль, что с Беррелли так получилось. Потому что мы здесь, сэр. Хотим разобраться с теми, кто это сделал. Тогда вы по адресу. Выбирайте, что нравится. Чувак, откуда у тебя столько барахла? Нихера себе. Сдохни, маленький дебил Баллас. Нажмите правую кнопку мыши, прицелиться, левую кнопку мыши, чтобы стрелять, да? Мамаша могла бы тобой гордиться, малыш. Естественно. О, ты идар. Да я лучше был и буду есть. В режиме захвата можете переключаться в следующую цель с помощью колесика вверх. И захват цели возможно только с использованием джойстика. Ну, я понял. Раз. Два. Три. Да мы на улице Гроу, других не держим. В режиме захвата так. Что тут? Лови поле, и ты задница с ушами. Тоже хочешь? Лазалмаз, детка. Я избранный всяко. Спецагент паровоз, собственно, персоны. Попробуй стрелять по бутылкам сидя. Ваша точность повышается, когда вы сидите, нажмите C, чтобы сесть. Оу, что-то не то нажал. А в смысле у меня эта фигня? О, пестель. Ой, какая цель хорошая. Опача. 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 С тобой так... Я тобой так горжусь. Используй ручное наведение, выстрелив в бак автомобиля. Так. Чтобы прицелиться, правой кнопкой мыши и управление для камеры наведения. Хорошо. Вот и все. Братан, ты реально суровый мужик. Но запомни мои слова, чувак, сила внутри тебя. Он дело говорит. Я думал, ты в Либерти размякнешь, и рад, что ошибся. Давай сматываем. Еще увидимся, Эммет. Только свистните, парни. Если что, стволы брали не у меня. И запомните, где Эммет, там пушки. У меня есть товар, что надо. Я верно служу обществу уже 30 с лишним лет. Старик совсем спятил. Ты поведешь, братан? Музей пушки и то поновее будут. Куда двигаем? Чё-то без сил совсем, чувак. Закинь меня домой. Так, домой. А теперь вы можете перейти к Эммету за оружием в любое время. Так, у него чё там? Только будет это? Пистоли, всё? Едем к домику этого, как он, паровозика. Вот так. Спасибо, Сиджи. Увидимся. Пока, паровоз. О, звонят ему. Говори. Мне казалось, ты нас представил. Вопрос, если прав, похоже, ты снова принадлежишь бранде Соустрис. Я уже сказал, что да. Но я что-то не видел. Нужно, чтобы все эти могли увидеть, чувак. Никто не будет тебя уважать, если ты не покажешь с какого-то района. Ладно, чувак, я лоханулся. Просто еще не заботился об этом. За углом от спортзала в Гантоне есть магазин Бинка. Отправляйся. Отправляйся в магазинчик Бинка и купи себе шмотки цвета улицы Гроу-стрит. Так, хорошо. Так, давай-ка эту машину возьмем-то. Так, и где-то Бинго у нас находится. А, недалеко, да? А вот такую цель правой кнопкой мыши можно делать. Сейчас заедем все. Бинго, да? Ля, неповоротливая машина какая-то. Вот это Бинко, да, у нас? Да, вот Бинко. Зайдите в магазин одежды Бинко. Давай. Давай зайдем в одежду Бинко.
Встаньте на метку, чтобы примерить новые шмоты. Любой предмет одежды, который ты купишь, появится в гардеробе у тебя дома. А, это вот уж я там ходил, да? Здорово! О! Сука, я не то сделал. Ладно, я сейчас еще перезайду, можно? А, миссия пройдена, авторитет плюс! Блин, я же даже ничего не покупал. Ха-ха, бах, нормально. Теперь сейчас покупать будем. Так, тело, ноги, тело, ой-ё. Сколько тут всего? Так, что это у нас тут? Иди нафиг отсюда. Это не то. Я просто ее поменяю, да, на черный цвет. Ага, сейчас. Я не помню, когда я играл то давно еще, там какой-то был магазин. Покруче вообще, там вообще шмоты такие были. Крутые там реально были шмоты. А, ну хай такая будет для начала. Зелененькая. Как они сказали, с Grove Street. А что там еще есть? Футболка, зеленая рубашка. Спортивная толстовка. Это что у нас? Нифига себе. Да не, фигня это. Футболка дух. Рубашка в клетку, это как? О, хай такая будет, реально. Все, во. Нафиг мне этот Grove Street нужен. О, блин, кто-то прошел. Ноги, трусы в сердечко. Трусы в сердечко, блядь. Сука. Офигеть, трусы в сердечко. Я, в принципе, для фана походил, но ладно, не хочу. Синие штаны с лампасами, зеленые джинсы, бежевые. А ну, бежевые давай. О, ты прям реально как этот. Норм, давай, берем это. Джентльмен. Так, обувь. Так, сандалии, ковбойские сапоги, дутые ботинки. Ковбойские сапоги, это чё? Ебать. Ты сейчас похож на шлюху какую-то, не. Вот как раз девушки это да. Сандали, вьетнамки, не, сапоги, высокие кроссовки, это чё? О, как раз, вот это да. Это можно брать, давай. Ух, нифига, $100, да вы чё? $100 это дофига. А ну цепи, чё за цепи? Армейский жетон. Это армейский жетончик у нас, да? Нет, не надо нам. Так, африканский кулон. Хай будет африканский. Пофиг, пофиг. Так, цепи, это были цепи. Часы теперь. Розоватые, желтые, конечно. Еще я должен покупать эти розоватые, вы чё? Конечно, берем. Капец ты долгий. Так, часы, очки, повязки. О, очки шутливые, полумаска. Что такое полумаска? Ух, нифига ты, женщина-кошка, блядь. Не-не-не. Подожди, подожди, чувак. Синяя косынка, черная косынка. Красная повязка на глаз. Повязка на глаз? А ну, я что-то такое не помню. О, бля. О, пират!
Все, берем. Я только первый раз вижу, чуваки. А что ты играл в GTA? Не помню, чтобы такое было. Ладно, часы, очки, повязки, головные уборы. О, сколько у нас тут вязаная шапка, кепка, дальнобойщика, ковбойская шляпа. Леопардовые расцветочки, нихера себе. Да нет, чувак, ты как говно выглядишь в этом, иди нахуй. Пиздец. Кепка дальнобойщика, вязаная шапка, а ну, а ну. Нет. Так, что там за кепка у нас? Красная. Не, давайте бандан. Красная, синяя. Синяя, углом назад, а ну. Давай, короче, берем. Так. Все, выходим, короче, из парикмахерской, нахуй. Все, парикмахерская. С этого магазинчика, о, какие мы крутые стали. Реально крутые такие стали. Пошли теперь, Антон. Так, где моя машина, Лу? Вы спиздили ее, а? Да? Ладно, пробежимся. Пробежимся мы, дружок. О, ты уже бегаешь дальше уже, намного. Нифига, его прокачал один раз, он уже бегает, как этот. Как скоростной. Давайте еще одну миссию пройдем. Вот эту, у Свита пройдем. Обстрел из машины. Не вожу ни хуже, ни Сиджи, я тебе говорю. Как сам, братан? Слышь, что ты про меня сказал? Как оно? Хочу знать, что возле восточного побережья ты водишь как лок. Слышь, да ты постоянно машины бьешь. А теперь ты зачем вернулся? Только Сиджи, езжай сюда, езжай туда, вот говнище. Слышь, давай-ка не нервничай. Без обид, пацанчик, но водила себя хреновый. Спасибо, друг. Не-не, не говори, что действительно имел в виду. Ты на редкость неплох, шмаляш, кореш. Пойдем сделать дробовиком. Покажи Сиджи, как надо. Вот знаешь, ты прав. Давай, садись за руль, кореш. Ну это у него что-то там. О, куда мы едем? Че дождь пошел? Реально дождь пошел, так. Радио X. Так, отвези корешей на территорию Балласа. Так, крутя. Это далеко нам ехать? Опа, спасибо, Джи. Ща, едем. И вот, территория Баллас у нас. Да, район Баллас, пацаны, готовы? Ага, ясен день, я готов. Карл, ты веди машину, стрелять будем мы. Слушай, что говоришь, дятел? Смотри, в дерево не въедь или еще куда. Да, если точка заглохнет, мы трупы. Йо, это ж та миссия, блин. Нам хана. Нажми Q, чтобы посмотреть из машины налево или вправо. Вы сможете выйти, где ваши враги. Уровень повреждения машины. Бля. Давайте давить их, пацанва. Мы их порвали, Сиджей. Ё-моё. Надо деньги взять. Надо деньги взять, алло. В смысле? Ты точно впишешься за район? То, блядь, аж за деньги только. Блядь, ладно. Слышь, ты. Да ладно, я только на секунду выбежал.
Суки, тварюки, блядь. Сука, господа, блядь, еще полисмены. Все, едем нахуй отсюда. Все, я не... Ой, блядь, у меня, походу, шина проебалась. Как раз вовремя. От полисмена убегать, блядь. Короче, друзья, пройдем эту миссию тогда на следующий раз. На третий видос. Да, блин, баллосы, вы охренели. Блин. Вот это номер, блин. Фили, ты стреляешь? Пух, так, сохранялочка. Давай, сохраняем. Так, друзья, тогда мы продолжим в следующем выпуске. Ну а с вами был канал WinGamerPlay и игра GTA San Andreas. Если вам нравится видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи, всем пока, друзья.